Hello, children, and welcome to the lesson. Здравствуйте, ребята. Приглашаю вас на новый урок английского языка. The topic of the lesson is How old are you? И тема нашего сегодняшнего урока – Сколько тебе лет? Вы догадались, сегодня мы научимся говорить о своем возрасте, научимся считать и повторим фразы, которые мы с вами выучили раньше. So, let's start our lesson. Итак, начинаем наш урок. Hello! Ну-ка, ответили Микки Маусу. Hello! Он очень хочет с вами познакомиться. What is your name? Назовите свое имя. My name is... Ну-ка, еще раз. What is your name? My name is. Давайте спросим у нашего мышонка. What is your name? Повторили со мной. What is your name? А он вам в ответ. My name is Mickey. My name is Mickey. Glad to see you. Рад вас видеть. My name is Mickey. А давайте вспомним, как мы здороваемся в разное время, в разное время суток. Мы встретились с вами утром и сказали Good morning. Со мной вместе. Good morning. Мы встретились днем и сказали Good afternoon. Ну-ка вместе со мной. Good afternoon. Встретились вечером. Good evening. Со мной. Good evening. Now we are learning to count. Давайте с вами учиться считать. А для того, чтобы научиться считать, мы с вами посмотрим мультфильм. Now, let's count again. Давайте еще раз посчитаем с вами до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще раз со мной вместе.
Я, а вы за мной. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Let's count backwards. Считаем обратно. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Well, we can count. Мы можем считать до 10. А зачем нам это нужно? Теперь мы можем выяснить, кому же сколько лет. А для этого спросим: How old are you? Повторили со мной. How old are you? Посмотрите, на тортике столько свечек, сколько вам лет. Давайте сосчитаем свечки. One, two, three, four, five, six, seven, eight. How old are you? I am eight. Со мной вместе. I am eight. Аж целых 8 лет. How old are you? One, two, three. Давайте скажем 3 годика. I am three. Еще раз. I am three. How old are you? One, two, three, four, five. How old are you? I am five. I am five. How old are you? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. I am nine. I am nine. А давайте мы спросим друг у друга. How old are you? Сколько вам лет? Большинство из вас мне скажет 7. I am 7. Еще раз со мной. I am 7. Кто-то скажет 6. I am 6. А кому-то уже 8. I am 8. Now let's remember numbers. А зачем нам еще нужны числа? А чтобы решать примеры. Давайте посмотрим на примеры на экране и порешаем их. Внимательно вместе со мной. Five plus two is seven. Five plus two is seven. One plus one is two. Two plus two is four. Three plus six is nine. Zero minus zero is zero. One plus seven is eight. Three plus three is six.
7 minus 0 is 7. 4 plus 4 is 8. 7 plus 1 is 8. 8 plus 0 is 8. 2 plus 5 is 7. 0 plus 0 is 0. 6 plus 3 is 9. 8 minus 5 is 3. 0 plus 1 is 1. А теперь попробуйте поставьте видео на паузу и сами решите эти примеры. Если вдруг вы забыли, как называется какое-то число, вы отмотайте видео чуть-чуть назад и еще раз послушайте. Well, that's all for today. Goodbye, children!